Добрый день! Вы на канале Хобби МК. И сегодня я хочу предложить вам связать вот такой вот магнитик на холодильник в виде хрюшки. Итак, приступаем к нашему мастер-классу. Делаем хвостик. Набираем 8 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Начиная со второй петли от крючка, провязываем в каждую воздушную петельку по 3 столбика без накида. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Петелькам будет тесно, и они закрутятся вот в такую вот спиральку. Хвостик готов. Обрезаем ниточку, делаем узелочек. И потом мы пришьем этот хвостик нашей фигурке. Вяжем ушко. Набрасываем на пальцы кольцо амигуруми. Фиксируем колечко воздушной петелькой. Внутрь кольца провязываем 6 столбиков без накида. Стягиваем колечко так, чтобы не оставалось отверстия. И делаем соединительную петельку в первый столбик ряда. Поднимаемся на второй ряд воздушной петелькой. Делаем прибавку. 2 столбика без накида. Снова прибавка. И еще 2 столбика без накида. Завершаем ряд соединительной петелькой в первый столбик ряда. Вот у нас воздушная петля на подъем, и вот первый столбик ряда. В конце второго ряда у нас по кругу получилось 8 столбиков. Поднимаемся на третий ряд воздушной петелькой. Провязываем 2 прибавки подряд. Прибавка номер 1 и прибавка номер 2. Дальше 2 столбика без накида, снова 2 прибавки подряд и снова 2 столбика без накида. Завершаем ряд соединительной петелькой в первый столбик ряда. Поднимаемся на четвертый ряд воздушной петелькой. Четвертый ряд провязываем без прибавок и убавок, 12 столбиков по кругу. Завершаем ряд соединительной петелькой в первый столбик ряда. Поднимаемся на пятый ряд воздушной петелькой. Провязываем 2 убавки подряд за передние стенки. Первая передняя стеночка, вторая передняя стеночка. Провязываем сначала передние стенки, потом 2 петли с крючка. Это была убавка номер 1. Снова передняя стенка, передняя стенка. Провязываем передние стенки и 2 петли с крючка. Это была убавка номер 2. Дальше 2 столбика. И снова 2 убавки подряд. Убавка номер 1 и убавка номер 2. И снова 2 столбика подряд. 1, 2. Завершаем пятый ряд соединительной петелькой в первый столбик ряда. У нас по кругу получилось 8 столбиков без накида. Шестой ряд представляет собой 4 убавки подряд. Поднимаемся на шестой ряд воздушной петелькой. И делаем убавку номер 1. Убавка номер 2. Убавка номер 3. Убавка номер 4. Вытягиваем ниточку, не очень большую, обрезаем и
Теперь у нас осталось 4 петли, нам их нужно закрыть. То есть подхватываем переднюю стеночку петель и протягиваем в них хвостик. Снова передняя стеночка петель, хвостик. Третий раз. И четвертый раз. Затягиваем узелок. Вот такое ушко у нас получилось. Прячем вот этот хвостик внутрь ушка при помощи цыганской иглы. Вяжем второе такое же ушко. Начинаем вязать лапку. Лапок нужно будет сделать 4 штучки. Набрасываем на пальцы кольцо амигуруми из темно-розовой пряжи. Фиксируем колечко воздушной петелькой и внутрь кольца провязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, я их провязываю достаточно широко. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Буквально совсем чуть-чуть подтягиваю, чтобы равномерно распределились столбики. И смыкаю кольцо соединительной петелькой. Вот, обратите внимание, кольцо амигуруми я не стягиваю, там остается дырочка. Поднимаюсь на второй ряд воздушной петелькой, провязываю 8 столбиков без накида. Завершаем ряд соединительной петелькой в первый столбик ряда. Но соединительную петельку я завершаю уже нитью другого цвета. Так, здесь я эту ниточку беру на узелок. А ярко-розовую нить можно обрезать. Из той же петельки, где мы закончили вязание, я вытягиваю воздушную петлю на подъем. И сюда же провязываю первый столбик без накида. Третий ряд представляет собой 8 столбиков без накида пряжей другого цвета. Завершаем ряд соединительной петелькой в первый столбик ряда. Поднимаемся на четвертый ряд воздушной петелькой. Четвертый ряд представляет собой 4 убавки подряд. Убавочки мы делаем за передние стеночки. Убавка номер 1. Убавка номер 2. Убавка номер 3. Убавка номер 4. Завершаем ряд соединительной петелькой в первый столбик ряда. Я делаю воздушную петлю, вытягиваю небольшую ниточку. Обрезаю хвостик. Дальше закрываю этим хвостиком 4 оставшиеся наружные стенки петли. 1, 2, 3, 4. Хорошенечко затягиваю узелок. Ниточки не обрезаю, они мне еще пригодятся, чтобы привязать эту ножку к нашей хрюшке. Но здесь есть еще один маленький нюанс. Здесь на границе цветов мы ножку складываем пополам. Находим ровно серединный столбик. Вот видите, на границе цветов посередине. Протыкаем ножку насквозь. И дополнительную ярко-розовую нить протягиваем через это отверстие. Теперь вот так перебрасываем ниточку и затягиваем ее очень хорошим сильным узелком двойным. Так. Таким образом мы делаем утяжку копытца. У нас копытце разделяется на две части. И вот эти вот ниточки нам нужно также спрятать внутрь лапки. Я прячу при помощи цыганской иглы. Вот такая лапка у меня получилась.
нам нужно сделать еще 3 такие лапки. Вяжем пятачок. Делаем 3 воздушные петельки. Один, два, три. Начиная со второй петли от крючка, провязываем 3 столбика без накида в одну петлю. Дальше в следующую петельку целых 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нас развернуло на вторую сторону вязания, и по второй стороне опять в первую же петлю провязываем еще 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Завершаем вязание соединительной петелькой в первый столбик ряда. Обрезаем ниточку, оставив кончик для пришивания. У нас получилась вот такая вот носопырка с 2 дырочками. Обратите внимание, когда вы будете пришивать пятачок к телу нашей свинки, вы должны будете пришивать не за стенки петель, как мы обычно это делаем, а вот здесь за ножку петли, то есть вы вводите иголку под обе стенки петли здесь и выводите ее под обе стенки петли в следующей петельке. Таким образом вы будете прихватывать ножку петли, а вот эти вот стеночки петель будут образовывать красивый выпуклый рисуночек. Начинаем вязать тело свинки. Набираем цепочку из 8 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Начиная со второй петли от крючка, провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В последнюю петлю цепочки провязываем сразу 3 столбика. 1, 2, 3. Нас развернуло на вторую сторону вязания. Теперь по второй стороне цепочки нам нужно провязать 5 столбиков без накида. 1, 2, 3. 4, 5. И в последнюю петлю цепочки провязываем 2 столбика без накида сразу. Один, два. Тело свинки мы будем вязать по спирали, без соблюдения рядов. В конце первого ряда у нас должно получиться 16 столбиков по кругу. Переходим ко второму ряду, вяжем прибавку, шесть столбиков без накида, дальше 2 прибавки подряд. И снова 6 столбиков без накида. Завершаем ряд еще одной прибавкой. В конце второго ряда у нас по кругу должно получиться 20 столбиков. Третий ряд вяжем по схеме: прибавка, 8 столбиков без накида, 2 прибавки, опять 8 столбиков без накида и последняя прибавка. В конце третьего ряда у нас по кругу должно получиться 24 столбика. Мы будем складывать нашу хрюшку вот так пополам.
Так, снова прокладываю маркерную нить, чтобы не потерять начало ряда и быть уверенной в том, что связаны правильно все петельки. Четвертый ряд. Провязываем 11 столбиков без накида, 2 прибавки, 11 столбиков без накида. В конце четвертого ряда у нас по кругу получилось 26 столбиков. Пятый и шестой ряд провязываем без прибавок и убавок по 26 столбиков по кругу. Седьмой ряд провязываем по схеме 2 прибавки, 11 столбиков без накида. И еще раз 2 прибавки, 11 столбиков без накида. В конце седьмого ряда у нас по кругу должно получиться 30 столбиков. Восьмой ряд провязываем по схеме 2 прибавки подряд, 13 столбиков без накида. И еще раз 2 прибавки подряд, 13 столбиков без накида. В конце восьмого ряда у нас по кругу должно получиться 34 столбика. Девятый и десятый ряд провязываем без прибавок и убавок по 34 столбика по кругу. Одиннадцатый ряд провязываем по схеме 2 столбика без накида, убавка за передние стенки петель. Четырнадцать столбиков без накида, 2 убавки подряд. Смотрим внимательно, вот здесь убавочный столбик был, следующий убавочный столбик и еще 12 столбиков без накида. Итого в конце 11 ряда у нас по кругу получится 31 столбик. 12 ряд провязываем по схеме. 2 столбика без накида. Убавка. Двенадцать столбиков без накида, 2 убавки подряд. И еще 11 столбиков без накида. В конце 12 ряда у нас по кругу получилось 28 столбиков. 13 ряд провязываем по схеме столбик без накида, убавка, одиннадцать столбиков без накида, 2 убавки подряд. И еще 10 столбиков без накида. 14 ряд провязываем по схеме. Столбик без накида, убавка, девять столбиков без накида, 2 убавки подряд. И еще 9 столбиков без накида. 15 ряд провязываем по схеме. Убавка. 8 столбиков без накида.
2 убавки подряд. Восемь столбиков без накида. В конце 15 ряда у нас по кругу получилось 19 столбиков. Немножко наполняем тело хрюшки синтепоном, особенно разравнивая те места, где у нас шли по бокам прибавки и убавки. Вот, обратите внимание, у меня игрушка не слишком толстая. И теперь обрезаем ниточку и при помощи иглы сшиваем, подхватывая стеночки петель. Передняя стенка петли с этой стороны, передняя стенка петли с этой стороны. Снова передняя стенка петли, следующая с этой стороны, передняя стенка петли, следующая с этой стороны. Таким образом мы закрываем отверстие и прячем ниточку внутрь игрушки. Дальше берем нашу хрюшечку, пришиваем ушки. Обратите внимание, одно ушко пришивается в стык, прямо сбоку. Второе чуть-чуть выкладываем наперед, также пришиваем к телу. Между 11 и 12 рядом пришиваем хвостик. Аккуратненько пришиваем пятачок, две бусинки. У меня это бусинки 6 мм. К бусинкам обязательно вышиваем реснички. И я сделала еще небольшой ротик. И теперь единственное, что мне осталось, это я должна привязать наши задние лапки. Хрюшка готова. Я беру магнитик и приклеиваю этот магнитик с изнаночной стороны хрюшечки. Оставляю до полного высыхания. Я в данном случае приклеила на клей момент гелевый. Но обычно я люблю использовать клей момент кристалл. Он очень хорошо подходит для работы с пряжей, с фетром. Вот такой вот хрюша магнитик у меня получился. Если вам понравился этот мастер-класс, не забудьте поставить лайк и проверить, оформлена ли у вас подписка на мой канал. Всем большое спасибо за внимание. До свидания!